Сиял, как разноцветная пестрая гирлянда, переливающаяся всеми цветами радуги. Таким город над Бугом был прошлым летом. Повторить опыт предыдущего сезона, сохранив традиции, конечно, добавив творческие новинки и идеи. Цель фестиваля цветов – образца 2018-го. Основная цель – популяризация, наверное, красоты города Бреста. И поэтому, соответственно, в прошлом году было в два раза меньше субъектов хозяйствования. В этом году соответственно, больше, и, конечно же, будут новые какие-то композиции. Уже сегодня буквально каждая улица, проспект, бульвар или сквер украшен цветами самых насыщенных оттенков. Цветочные инсталляции вдохновляют формами, размерами, идеями. Оригинальные композиции представят порядка 80 представителей субъектов хозяйствования Московского и Ленинского района города 29 июля в парке 1 мая. Именно здесь сегодня собрались участники цветочного марафона. Композиция, которую представляет 10-я школа, приурочена году Малой Родины. У нас будет экспозиция в этническом стиле «Моя вёска», значит, «Жизнь белорусов», вот то, как было это когда-то, конец 19 века. У нас очень хороший коллектив, очень много идей, и мы готовы их реализовывать, есть с кем реализовывать, и мы стараемся участвовать, чтобы показать ту красоту, которую мы можем показать людям, чтобы ее многие увидели. Свой фестиваль цветов инициировали сотрудники Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия, чтобы на личном примере показать, делать облик Бреста ярче, при этом получать эстетическое удовольствие можно прямо на рабочем месте и в рабочее время. Все это сделано руками наших работников от начала до конца, от задумки до исполнения. И приятно смотреть, когда останавливаются люди, детки, любуются этой красотой. И это вдохновляет. Фестиваль цветов – своеобразный конкурс, в рамках которого лучшей команде флористов достанется приз от руководителя города Александра Рогачука. Он пока держится в тайне. Участники признаются, побороться за подарок от мэра – это почетно и достойно. Но все же главное – удовольствие получаешь от другого – вдохновения, творческого процесса и результата. Брест вообще очень красивый город. И то, что мы его стараемся с каждым годом все больше и больше украсить – это, конечно, плюс и руководству города, и людям, которые принимают участие во всех конкурсах и делают так, чтобы наш город стал еще красивее. Виктория Сащенко, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.